Депутаты областной думы сократили перечень мест, в которых разрешены собрания, митинги и пикеты. Публичные мероприятия подобного характера теперь официально запрещены на тротуарах, остановках, берегах рек на расстоянии до 3 метра, а также в непосредственной близости от воинских частей до 500 метров. Здание областной думы находится недалеко от 98-й гвардейской дивизии, а значит, теперь устраивать протесты у законодательного органа нельзя. Такое решение, по мнению коммунистов-любителей пикетировать областной парламент, по факту прекращает действие нескольких статей федерального закона. Пикетирование, считает Николай Плотников, предполагает выступление перед административными зданиями, а решение областных властей исключает возможность проведения протестных акций в принципе. Народ, прогнозирует депутат, не имея возможности высказать недовольство, может взбунтоваться. По сути, из федерального закона надо было убрать такой способ протеста, как пикетирование. Ну, здесь вот, где у нас на площадях остается, по сути, пикетировать или проводить акции. На площади революции это практически невозможно. Но и смысл пикетирования, еще раз говорю, теряется. Я считаю, что это совершенно безответственно со стороны власти вот таким образом поступать.